Приветствую всех на своем канале. Середина лета и сезон малины в самом разгаре. У нас на Кубани в этом году малины много, и я решила поделиться с вами, как я делаю компоты на зиму не только из малины, но и из любой ягоды – смородины, ежевики или ассорти. Такие компоты получаются очень ароматные, как будто морс из свежей ягоды сделал. И процесс приготовления компота очень и очень простой. Накидал все в банку, залил кипятком и готово. На 1 3-литровый баллон нам потребуется 400 или 500 грамм малины. Ну, это 1/700 баночка. 300 грамм сахара, но сахар ложите по своему вкусу, и кипяток. Итак, в чистую, не стерилизованную банку высыпаем малину. Засыпаем сахар. И затем заливаем в баллон крутой кипяток. Обращаю ваше внимание, кипяток должен действительно быть крутым. До самого верха заливаем кипяток, закрываем чистой, не стерилизованной крышкой. Покатаем баллон по столу или по полу, чтобы сахар растворился. И убираем банки в тепло до полного остывания, как минимум на сутки. Как видите, все очень просто. Мерка сахара, мерка ягоды и все. Никакого сиропа, никакой стерилизации не надо. И закрутка хранится отлично, даже при комнатной температуре.